хотелось петь и рассказывать, потому что и об этой личности рассказать, и о том времени, и показать эту музыку совершенно замечательно. И так на базе песен Клавдии Ивановны Шульженко родился этот спектакль. Просто это наша история. Это действительно женщина, которая... Это целое поколение. Она так и говорит про себя. Я эпоха. Поэтому эту эпоху не стоит забывать. Там очень много было интересного. Действительно, такая страна была впервые в мире. Они пели песни, которые были впервые в мире. Что-то модифицировали западное. Это очень интересно, как это все переплавлялось. Действительно, интересный музыкальный и культурологический материал. Исторический. Меня знают больше вот, классические романсы Рахманинов, Чайковский. У меня диск вышел с музыкантами, с кебекскими музыкантами несколько лет назад. Русские романсы, Russian Dreams. И вот случайно совершенно меня попросили поучаствовать. Я с большим удовольствием несколько лет подряд участвовала в подготовке 9-го, праздновать 9 мая для ветеранов, в концерте для ветеранов в нашем консульстве в российском. И в прошлом году тоже участвовала, и как раз ребята готовили небольшой такой тоже материал по песням Шульженко. И я там спела несколько песен, и ко мне потом подходили ветераны и говорили, что действительно ты вот как-то уловила стиль Клавдии Ивановны, и чувствуешь ее песни, мы как будто попали в ту эпоху. Ты поешь так, как будто бы вот она пела. Нам очень напоминает. И я просто влюбилась и в эту личность, и в эту женщину, и в эту певицу, и в сами эти песни. И погрузилась в эту эпоху. Там очень много интересного, и страшного, и замечательного, и удивительного. И я не смогла остановиться. И так вот написала этот сценарий уже сама. И как-то он очень, на самом деле, легко написался сам. Это было настолько эмоционально. Я просто переживала или сопереживала вместе с Тони, которая не просто даже играла эту роль, она как бы прожила жизнь Шульженко за этот час с небольшим. Сегодня для меня раскрылся ее яркий талант как сценариста, потому что то, что она написала, это просто... просто непередаваемо. Николай Николаевич говорит, спойте нам что-нибудь, мы попросим Дуню вам саккомпанировать. Конечно, я подумала, что Дуня – это пианистка, девушка. А оказалось, что за роялем симпатичный, приветливый молодой человек. Исаак Дунаевский, будущий самый знаменитый композитор Советского Союза. Программа была построена именно как моноспектакль, в котором слушатели должны узнать какие-то очень интересные моменты из биографии Клавдии Шульженко. Поэтому для меня очень много было нового, конечно.
есть она вела от первого лица, и это позволило нам как бы попасть в эту атмосферу тех лет и, в общем, поверить, что это вот от имени Шульженко. Построена Днепропетровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь «Уйди, уйди». Написана песня «Кирпичики» и построены брюки фасона «Полпред». Тут пришла война буржуазная, обнищал, обозлился народ. И, по-видимо, по кирпичику растащили родимый завод. Нахлынули те эмоции тех времен, сколько, какое время прошло, то есть революция, Великая Отечественная война, восстановление после войны. То есть немного даже почувствовал себя в разных эпохах. То есть очень-очень приятно было побывать на этом вечере. Спасибо большое Тоне и всем, кто помогал. Мы как бы ожидаем от нее, что она может исполнить песню, одну, вторую, третью. Но вот эти вот связки, вот эта информация совершенно новая, интересная. А то, что Тоня смогла найти и скомпоновать вот в этот спектакль, совершенно поразило. И, конечно, кульминация спектакля, когда были разговоры и песни о военных днях, то есть просто это ком в горле, нельзя было это спокойно слушать. Это долгожданная весна, победная весна. Не пришла к десяткам миллионов людей. Ночные поезда у полустанка напомнили сожженные мосты. И медленное танго откуда-то плывет из темноты. И чудится туманное, как в дымке, лицо твое склоненное ко мне. И кружится, и кружится, и кружится пластинка в обратную, как память о войне. Конечно, она замечательная певица, она замечательный человек. Но сегодня она проявилась как супер, я бы сказал, драматическая актриса и, конечно, как сценарист. Честно говоря, я не очень много знала о биографии и личной жизни Клавдии Шульженко, поэтому, да, много таких новых аспектов и моментов из ее жизни для меня были открыты сегодня. Вот, и песни многие прозвучали впервые, которых я не знала и не слышала, и не знала, что их исполняла Клавдия Шульженко. И даже такой жанр, как народные песни других стран, например, там мексиканские и так далее, я этого тоже не знала. Ветви в окне, а на них апельсины, желтее апельсина луна. Ты как будто испанок не знаешь, не шути.
я не ожидала. Я абсолютно очарована, мне очень понравилось. И я искренне советую всем послушать и познакомиться с творчеством Антонина. Я не знаю, я обожаю Шульженко, но не знаю, кого сегодня больше любила. Или Шульженко, или вот этот спектакль в их исполнении, считаю, очень талантливый, и должны его увидеть люди. Над всеми модами века. И снова вальс танцует старая Вена. И Штраус где-то тут сидит, наверно, и кружкой в такт стучит, на нас не ворчит, не ворчит. Хотелось петь, танцевать, и в особенности во время вальса мне прям захотелось вальсировать, честно говоря. Каждое произведение – это маленький спектакль. Я думаю, даже для музыкантов каждое новое выступление вот с одной и той же программой – это всегда исследование, скажем, вот в музыкальном и в поэтическом отношении. Мне остается только пригласить всех на этот спектакль. Конечно, эту музыку любят люди более старшего поколения, но я настоятельно рекомендую тем, кто таки хочет прийти, взять с собой своих молодых внуков, детей, потому что эта музыка, эта история, она... Это не мы заглядываем в прошлое, это прошлое с его вопросами, на которые ответы до сих пор не найдены, оно стучится к нам. И... это нужно осмыслить, об этом нужно думать, об этом нужно говорить. И действительно, эта музыка очень красивая. Эти стили, эти жанры очень сочные, яркие, выразительные. Нужно показать, нужно посмотреть. Приходите. Но как вы можете гореть, когда уж молодость синеет?